Привет, ребят. Да. Говори, как тебя зовут? Такого же. Вова Монстр пришел к нам в гости, и мы рисуем гитару. Да. Брам бам 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 бам. Рисуем и очень просто покажем, как мы с Вовой рисуем. Вова умеет играть на гитаре. И что необычно, потому что не каждый ребенок, который приходит ко мне в гости, там постарше, помладше, они не очень много играют. Хотя вот кажется... Ничего, ничего. Хотя мне кажется, Аркаша еще играет, да, хорошо на гитаре. Ну да. Он старается тоже учиться. Ну давай, играем, учимся рисовать гитару. Я начинаю всегда гитару рисовать с такой длинной палки. Как тебе название? Палка. Ну это палка, гитара это такая палка, как бы такая рейка, да? Она с барабаном, да? Такой, вот еще такие дети такие пришли, такие, так, барабан, палка, вы что, мы рисуем гитару, гитара это такой инструмент красивый, что ты знаешь о гитаре? Ну что ты знаешь о гитаре, что у нее 6 струн, знаешь? Есть и 7-струнная. А есть и 12-струнная, я знаю. Ну это уже безумие. Да почему же? Многие играют на 12-струнной гитаре, они как бы она такая мелодичнее, что ли. Ну, как бы там много струн, и она играет так. Ба-бам. Что такое палка? Палка это гриф. Называется она гриф. И на ней натянуты струны, но еще прикреплено вот такой большой барабан. И барабан, конечно, не просто такой, просто барабан, да, а такой красивый барабан, да. Испанская гитара, говорят, знаешь. Я не знаю, где гитару придумали. Но мне кажется, где-то в Европе и где-то, может быть, даже и в Испании. Потому что уж очень много испанских мелодий, я знаю, на гитаре играют хорошо испанцы. И мелодии такие, ух, да, мне очень нравится. Ты давно учишься на гитаре? Нет. Ну сколько? Сколько? Ну сколько? Год да учишься? Да не считал. Ну год. Год учишься? Год? Наверное, год, да. Год. Теперь смотри, как я делю. Я делю напополам и здесь провожу 12-й гриф, 12-й лад. Вот здесь вот. Гитара очень важный инструмент такой. На нем как бы многие играли, многие музыканты писали для нее музыку. Я знаю, что и Моцарт писал для гитары. И она очень популярная всегда была во все времена. И во времена Моцарта. Во времена Баха, Бах даже писал. Знаешь, кто такой Бах? Нет? Нет. Ну, он придумывал рингтоны для телефонов. Знаешь, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот это вот он придумал. Ну что ты, Вов, я хотел как бы с тобой повеселее рассказать что-то интересное ребятам про гитару. Ты играешь на гитаре, и что ты хочешь мне про нее рассказать? Чем тебе она нравится? Расскажи. Во-первых, они очень красивые мелодии получаются. Вот. Так. Сейчас. Ну, расскажи, чем тебе нравится. Ну. Ну, во-первых, она крутая. Ну да. Да. Все крутые пацаны играют на гитаре, правильно? А? Все искусственные пацаны. Искусственные, в смысле? Все пацаны искусства. Ну, например, не все играли на гитаре. Ну, имеется в виду. Но многие играют на гитаре, и вообще среди пацанов там с девушками встречаешься, да, такой бау на гитаре, там, та-да-да-да-дам, да? Надо. И это круто, да? Вот, мне кажется, гитара, она вся в этом, она такая человеческая, она легко переносится. Ее легко хранить, она не очень дорого стоит. Ну, ее купить можно, ну, не намного дорого, понимаешь, пианино все-таки дорого стоит, да? Угу. И вот не поносишь везде пианино с тобой, да? А гитару как бы раз взял, и очень легко играть, согласись. Ну, ты сколько учишься? Год учишься? Ну, да, год. Ну, ты умеешь играть довольно хорошо, да? Не особо. Ну, ты как бы стараешься, учишься, и у тебя хорошо, я тебе скажу, получается. Ты берешь уже аккорды, правильно? Да. Что? Да. Ну вот, и довольно легко научиться на гитаре. Вот ты за год можешь научиться играть музыку. Ты поешь песни, правильно? Да. И тоже за год Вова научился петь песни разные, играть настоящую музыку, которую может играть, например, Виктор Цой. Вы слышали такого? Виктор Цой, да? Мы хотим с Вовой нарисовать Виктора Цоя.
Потому что он поет его песню, кажется, какую ты поешь? Я вообще-то пел «Звезду». «Звезду», ну хорошо. Но мы ее петь не будем, а то Вова может стесняться будет, и сразу, я тебе говорю, лучше, если стесняешься, как бы не надо. Но вот гитару легко нарисовать, какой тебе? Коричневый у меня есть, черный у меня есть, всего лишь у меня понадобилось два цвета, три чуть-чуть черного я добавил, получилась такая гитара. Ну, я расскажу, чем она мне нравится. Конечно же, потому что это круто, потому что все рок-музыканты, они все играли на гитарах, правильно? Угу. А особенно электрогитара, ты играешь на электрогитаре? Нет. Не играл, ну пробовал хотя бы на бас-гитаре или где-то держал в руках электрогитару? Нет. Нет? Жалко. Но она здоровская, да, такая крутая. Мой сын Рома уже просит электрогитару, говорит, давай на электрогитаре поиграем, прям мне хочется. Ну, пока что мы еще не играем на электрогитаре, но, может быть, скоро начнем. Сначала мы начнем на маленькой гитаре. Мы на маленькой гитаре играем с Ромой. Играл на маленькой гитаре. Мне нравится вот эта вот, как она называется, такая малюсенькая гитарка. Очень мне она нравится. Ну, хорошо у нас получилось. Мы так для разминки нарисовали такую гитару. Мне кажется, ты очень как бы замкнут и не хочешь рассказывать про гитарное свое искусство. Ну что ты рассказываешь? Что ты учишься, что тебе нравится, ты еще будешь учиться на гитаре ходить? Да. Ну а почему что тогда? Тогда я расскажу. Классно, завлеки ребят, расскажи ребятам, почему хорошо бы им поучиться на гитаре. Расскажи, как бы ты рассказал, вот если друга встретил. Нервы успокаивают, когда играешь. Не трогай, сядь просто тут ровно. Садись ровно. Нервы успокаивают. Действительно, ты садишься так и играешь, да? И спокойно, расслабленно, да? Uh-huh. И мелодия так звучит тогда, да? Uh-huh. Да, так идет. Да, так. Так можно расслабиться, ребята. И даже если вы не умеете играть, играете простой аккорд, все равно это очень приятно, да, звучит, особенно такие нежные. Что-то она расстроилась, ну ничего. Да. И вот так, еще можно играть громко, да, так? Как там громко играется? Да-да-дам. Давай. В общем, по-разному можно играть и весело играть. Ну, мы не готовили звук на гитару, я ничего не настроил. Пока что. Ладно, пусть она там стоит. Я ребятам тоже советую поиграть. Если вам сейчас, например, 7 лет, и вы не можете играть на гитаре, пойдите в музыкальную школу, запишитесь на домру. Домра — это маленькая такая балалайка, можно сказать, кругленькая. И на ней тоже там 3-4 струны, но тоже можно играть и очень хорошо. Она маленькая, понимаете? Ну, вы научитесь на домре, а потом на гитаре просто пей, вы пойдете. Будете великими домристами. Домбристами. Угу. Вот. А вообще, я думаю, уже можно там, не знаю, лет с 12 спокойно учиться на гитаре. Или даже пораньше лучше начинать. Не ковыряйся. Да. Так что я прям советую, играйте на гитаре, учитесь, очень легко научиться. За месяц вы научитесь уже делать музыку по-настоящему. Что такое? Давайте прощаться. Пока, ребят. Будем еще рисовать. И Виктора Цоя нарисуем обязательно. Пока.